Сегодня на инвестиционном форуме в Сочи в присутствии премьер-министра страны Дмитрия Медведева было заключено соглашение о сотрудничестве между Ростуризмом, Краснодарским краем, Ростовской областью, Крымом, Севастополем и Русским географическим обществом. Важный для отрасли документ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Председатель правительства сегодня задержался на стенде Краснодарского края. Глава региона представил Дмитрию Медведеву проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Маршрут объединяет сразу 4 субъекта России. Как заметил Вениамин Кондратьев, сегодня важно комплексно подойти к развитию курортных территорий Азовско-Черноморского побережья. Фонд гостиниц и так далее. И что принципиально важно, мы не будем видеть туристов. Все южные регионы объединяются. Нет, и экономика общая. Абсолютно верно. Предполагается, что маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» будет включать 10 городов и поселков, где расположены античные артефакты.